Прокомментировал мэр Ерёмин и скандал из-за массовой парковки городских чиновников возле набережной. Ранее во вторник глава города проводил там планерку, пока Ерёмин рассказывал про плохо установленные светильники, трещины на тротуарной плитке и со стыками уложенный асфальт, очевидец снял 10 Toyota Camry с административными номерами. Машины стояли на крайней полосе улицы Дубровинского под знаком «Остановка запрещена». Госавтоинспекции тогда сообщили, что по факту началась проверка. Представители мэрии, в свою очередь, объяснили, ситуация возмутительная, перечеркивает все труды властей. Водители оштрафуют, но только когда получат постановление от инспекторов. Однако сегодня Сергей Ерёмин заявил, что наказать могут и чиновников. Оплатит тот, кто сказал остановиться. Я еще потом перепроверю. То есть если водителю была такая, если не водитель не сам принял такое решение, а это сделал определенный руководитель, то руководитель оплатит.